Сегодняшний вечер будет очень сложным. Я не затрагиваю всех тем этой книги. Может быть, только половину. Надеюсь, что я затрагиваю важные темы. Я бы хотел поговорить о призвании Израиля. Что такое непреложное призвание Израиля? Затем мы поговорим о вопросе закона и благодати, о божественности Иешуа, раввинистическом иудаизме и немного о силе Духа Святого. Если у нас будет время, давайте откроем 11 главу послания к римлянам. Many people in the Christian world believe that Israel is important. Многие христиане верят в важность Израиля. There are strong statements on this from the Baptists. Твердые убеждения баптистов. And from the Catholics. И католиков. Just this week a very strong statement came out from the Roman Catholic Church on Israel. На этой неделе католики провозгласили заявление в отношении Израиля об избранности евреев Богом. And there are strong statements of the chosenness of Israel from the Pentecostals, the Methodists, the Presbyterians, and the Anglicans. Вера в избранность Израиля у пятидесятников, методистов, пресвитерианцев и англиканцев. From the Scandinavian Lutherans. Лютеране скандинавских стран. As a matter of fact, the only group in the world of major Christian denominations that doesn't have a strong statement on the Jewish people still having an irrevocable calling is the Eastern Orthodox. Единственная группа из основных христианских деноминаций, которая не обладает четким пониманием непреложного призвания Израиля, это Восточная Православная Церковь. Повторюсь еще раз, насколько это удивительно. Every major Christian denomination, Protestant and Catholic, or a segment thereof, каждая большая деноминация протестантских христиан и католиков или же их сегменты верят в то, что еврейский народ все еще остается Божьим избранным народом, что у них есть непреложный дар и призвание. Это не означает, что все церкви понимают это или учат этому. But it's an amazing thing to be thankful for. Но это удивительно, за что мы можем быть благодарны. You probably are not as aware of that in Brazil as other people are in other parts of the world. Возможно, в Бразилии не так хорошо это знают, как люди в других частях мира. But the problem comes with the messianic Jewish believer. Но проблема возникает с верующим мессианским евреем. Because many people who believe that the Jewish people are still God's chosen people do not believe that the messianic Jew is called to be part of the Jewish people. Потому что многие, кто верит, что евреи это божественный избранный народ, не верят, что мессианский еврей призван быть частью еврейского общества. In spite of the fact that they believe the Jews are chosen, they think that Jews who believe in Jesus are no longer Jews, but are now Christians. Они верят в избранность евреев и верят, что верующие евреи больше не евреи, а христиане. And the Jewish community encourages the Christian church toward that viewpoint. Еврейское общество поощряет христианскую церковь так думать. There was kind of a perverted agreement between the church and the synagogue in the second century.
Во втором столетии было своеобразное извращенное соглашение между церковью и еврейским сообществом. It wasn't an official decision of the church until the 4th century. Это решение стало официальным только в 4-м столетии. But it was the consensus. Но они пришли к такому консенсусу. You can't live a Jewish life and follow Yeshua. Невозможно одновременно следовать за Иешуа и жить еврейской жизнью. And the synagogue agreed with this. Синагога согласилась с этим. Church agreed. И церковь согласилась. Ай, вовой! Where does this leave the Jewish believers? В каком же положении оказывались еврейские верующие? The very descendants of the relatives of Yeshua were Jewish followers of Yeshua. Потомки родственников Иешуа были еврейскими последователями Иешуа. And they were being told by both sides that their identification was not legitimate. И обе стороны сказали им, что их идентификация нелегитимна. But this is an impossible position biblically. Но это невозможная позиция с библейской точки зрения. Because of all we went over last night concerning the identity of the apostles and Paul. Благодаря тому, что мы изучали о личности всех апостолов и самого Павла. This theology is certainly wrong. Определенно, что эта теология неверна. And last year, of all things, the Roman Catholic Church appointed the first Jewish bishop over Jewish believers in history in the Roman Catholic Church. В прошлом году, впервые в истории, Римо-католическая церковь назначила епископа еврея над верующими евреями в Римо-католической церкви. This bishop would be over Jewish Catholics in the land of Israel. Этот епископ ответственен за верующих католиков из евреев в Израиле. And now Jewish Catholics would be encouraged to continue to live and identify as Jews. И теперь евреев-католиков поощряли жить еврейской жизнью. Now I know that that is a mind-stretching idea. Я понимаю, что эта идея растягивает наш разум. To be a practicing Jew and a Roman Catholic. Практиковать еврейство и римо-католическую веру. I do not know how to put those two things together, really. На самом деле я не знаю, как соединить это вместе. But it's a sea change in the Catholic Church. Но это видимая перемена в римо-католической церкви. And it is at least saying that Jews who believe in Yeshua can continue and are encouraged to continue to live a Jewish life. И верующие в Иешуа евреи могут продолжить практиковать еврейскую жизнь. And this direction came directly from John Paul II. Это вел непосредственно Иоанн Павел II. How many are a little surprised about that? Для кого это является сюрпризом? I'm a little surprised about it myself. Это сюрприз для меня. I know the bishop. Я знаю этого епископа. He's appointed. Он еврей. Jewish. He is charismatic. Он харизмат. And he lives just outside Jerusalem. И он живет за пределами Иерусалима. His name is Jean-Baptiste Gourion. Его зовут Иоанн Креститель Гурион. Amazing. Фантастика. God, what are you doing in... Бог, что же ты делаешь в этом мире? Now, the reason that the Catholic Church came to that position after 1800 years of rejecting that position. Причина, по которой католическая церковь пришла к такому заключению после 800 лет отвержения, was the biblical evidence that the Jewish believers in the first century continued to live and identify as Jews. Это библейское доказательство того, что евреи первого века продолжали жить еврейской жизнью. Now, therefore, it becomes obvious that in this statement, Paul is speaking about Jews, but it has implications for Jewish believers. Поэтому очевидно, что Павел говорил о евреях, и это применимо к верующим евреям. Romans 11:28-29. Римлянам 11:28-29. As far as the gospel is concerned, they are enemies on your account.
But as far as the election is concerned, they're loved on account of the patriarchs, for God's gifts and his call are irrevocable. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвания Божьи непреложны. Now, of course, to the apostles it was unthinkable that by embracing the Jewish Messiah, you gave up the destiny of the Jewish people for a different destiny. Апостолы не могли себе даже представить, что принимая Мессию, нужно отказаться от судьбы еврея ради чего-то другого. They would have seen that one who embraces the Messiah of Israel necessarily is coming into a greater fulfillment of Jewish destiny. Они видели, что те, кто принял Мессию Израиля, обязательно приходят к большому воплощению еврейской судьбы. And so Shaul says the gifts and call, he's speaking of Israel, the Jewish people are irrevocable. Поэтому Шауль говорит о непреложности дара и призвания еврейского народа. What are the gifts and call that are irrevocable? Каковы непреложные дары и призвания? This is what we need to look at. Вот на что мы должны посмотреть. Perhaps the greatest gain from 20th century biblical scholarship is this. Возможно, самое великое приобретение в теологии 20 века таково. A persistent pursuit of the cultural context in which the scriptures were written so that we could better understand them. Настойчивый поиск культурного контекста, в котором было написано Писание, чтобы мы смогли лучше его понять. And 20th century biblical scholarship has produced gain for us. Библейская теология 20 века принесла нам пользу. And one of the results of 20th century biblical scholarship is this. Один из результатов библейской теологии 20 века. It understands that the New Testament epistles were situation conditional or situation contingent. Понимание того, что новозаветные послания зависели от текущей ситуации. Paul, for example, writes to meet specific needs that come up in the different communities. Например, Павел отвечает на возникшие нужды различных общин, о которых он заботился. So the letters do not provide us with systematic theology, but a specific address of an issue. Поэтому послания не дают нам систематизированной теологии, но адресованы к специфическим проблемам. The epistles don't address issues that don't come up. Послания рассматривают только существующие проблемы. And therefore, most of the epistles do not address what it means to live a Jewish life. Поэтому большинство писаний не разбирают вопрос, как жить еврейской жизнью. And the epistles do not address that which is taken for granted and already understood. Послания также не рассматривают само собой разумеющееся. So we have to look behind the epistles to understand what was already understood. Поэтому нам следует заглянуть за пределы посланий и понять то, что уже понятно. Paul addresses the Romans just because they might have been thinking that Jewish life and calling was not important. Павел обращается к римлянам, потому что они думали, что призвание евреев и их жизнь не важна. And he tells us here in Romans that it is important. В послании к римлянам он говорит, что это важно. But then he doesn't give us very much information as to what the gifts and calling of God to Israel is. Он не дает нам много информации о даре и призвании Израиля. Because he assumes that we can understand this from the Hebrew Bible. Ведь он делает вывод, что на основании еврейской Библии мы сможем это понять. And that's what he refers to as the source for understanding that gift and calling. И ссылается на это с целью понимания этого дара и призвания. For example, например, one of the promises of God, gift,
is the land of Israel. Одно из обетований Бога – это Израильская земля. Some Christians have said the land of Israel is no longer important or a part of promise to the Jewish people. Некоторые христиане говорят, что Израильская земля не представляет никакой важности в плане обетований Бога еврейскому народу. Because the New Testament doesn't explicitly say that that promise is for the Jewish people. Потому что в Новом Завете о призвании для еврейского народа сказано не так ясно. But why would the New Testament say that if it's already assumed? Но Новый Завет не говорит об этом, потому что это само собой разумеющийся факт. If the promise of the land wasn't already in the Torah and in the Psalms and in the prophets, again and again and again, why would the New Testament repeat it? Если обетование земли уже есть в Торе, псалмах и пророках снова и снова, зачем тогда Новый Завет должен повторяться? It doesn't repeat it because it wasn't an issue. Он не повторяется, потому что такой проблемы не возникало. But it does indeed indicate it. Новый Завет на самом деле указывает на это. Where? Где? In Romans chapter 9, в 9 главе послания к римлянам, the one passage where Paul speaks about the gifts and call of God to Israel. Апостол Павел говорит о дарах и призвании Бога к Израилю. And this is what he says. Вот что он говорит. Theirs is the adoption of sons. Израильтян, которым принадлежит усыновление. This can only mean that the Jewish people still count as God's people and that we have an adoption in Him. Еврейский народ все еще является Божьим народом, и мы усыновлены Богом. The implication for individual salvation is not explained here. Что подразумевается под спасением, не объясняется. More liberal Christian denominations believe that unless a Jew renounces the covenants, he still is going to be saved. Либеральные христиане верят, что ты будешь спасен, если только отвергнешь завет. But more conservative denominations believe that Israel's corporate sonship doesn't mean that the individual Jew doesn't still have to embrace Yeshua. Более консервативные деноминации верят, что усыновление всего Израиля не означает, что каждый еврей должен принять Иешуа. But Israel here is said to have a corporate sonship. Но здесь сказано, что весь Израиль усыновлен. Yeshua, excuse me, Hosea says of Israel that they are God's son. Осия говорит, что Израиль – сын Божий. And that theirs is the divine glory. Им принадлежит божественная слава. Now they may not be manifesting that divine glory just yet. Возможно, они еще не являют этой божественной славой. But they have manifested that glory in the past, and they will manifest it in the future. It's part of God's plan. Но они явили эту божественную славу в прошлом, и они явят ее в будущем в соответствии с Божьим планом. None of these things are put in the past tense by Paul. They're all present realities to him. Павел о всех этих фактах говорит в настоящем времени, а не в прошлом. And then he says, theirs are the covenants, the receiving of the law, the temple worship and the promises. Theirs is the adoption. Yes. Well, no. 4b. Theirs is the adoption as sons. 4 middle. И затем с 4 стиха. Их заветы и законоположения и богослужения и обетования. Now let's unpack this a little bit. Давайте разберем этот момент. Theirs are the covenants. Их заветы. What covenants are theirs? Какие заветы им принадлежат? Well, Noah's covenant is for everybody. Ноев завет для всего человечества. Only three covenants are given to Israel. Израилю даны только три завета. The Mosaic covenant. Завет Авраама. The Abrahamic covenant, завет Моисея and the new covenant. И Новый Завет. All of the covenants are made with and belong to Israel. Все заветы заключены и принадлежат Израилю.
From Israel they go out to the world. Из Израиля они распространяются по всему миру. And it also says that theirs is the receiving of the law and the promises. Также сказано, что закон и обетования принадлежат им. What are the promises? Какие обетования? That Israel will receive the inheritance in the land. Израиль получит наследие в израильской земле. That Israel will be made righteous and justified, Isaiah 45. Израиль станет праведным и оправданным, Исаия 45. That Israel will be an instrument of the redemption of the whole world. Израиль станет орудием искупления всего мира. That God will demonstrate His sovereignty and power through Israel. Бог проявит свой суверенитет и силу через Израиль. All of this is promised again and again and again in the prophets. Пророки обещают это снова и снова и снова. And by this statement, Paul expects us to be able to turn to the scriptures and find out, to expand it. Этим утверждением Павел пытается побудить нас обратиться к Писанию и расширить понимание. And then he says that theirs is the giving of the law. Также Павел говорит, что их закон. Now the law does not give us just the commandments. Закон дает нам не просто заповеди. But the law provides for us the pattern of life to which God called Israel. Но представляет модель жизни, к которой Господь призвал Израиль. A pattern of life rooted in the land. Модель жизни, укорененная в Израиле. A pattern of life that is a priestly calling. Модель жизни, которая является священническим призванием. A priestly calling for the sake of the nation. Священническое призвание ради других народов. And thank God, we do have one book in Portuguese on this that I wrote. Слава Богу, моя книга переведена на португальский язык. Called the Irrevocable Calling. Под названием «Непреложное призвание». And I encourage you all to read it. Я поощряю всех вас прочитать ее. You might as well read it, since we don't have this book in Portuguese. Возможно, вы прочитаете ее, поскольку эта книга переведена на португальский. But Но we have to understand that the pattern of life given to Israel, to which Jewish people are still called, is a testimony. Нужно понимать, что модель жизни, данная Израилю, которой евреи все еще призваны, является свидетельством. And is of the nature of intercessory ritual. Это природа ходатайственного ритуала. It's a dramatic acting out of meaning. Это драматичное воплощение сути. That releases intercession into the world for God's purposes. Которая высвобождает ходатайство в мир ради Божьих целей. Israel's calendar, for example, is built on the agricultural year of Israel. Например, израильский календарь построен на основании агрокультурного года в Израиле. It's not the same as the seasons in Brazil. Он отличается от годичного цикла в Бразилии. And that pattern of the seasons in Israel is the basis for their calendar. Эта модель сезонов в Израиле – основа их календаря. The biblical calendar is land-rooted. Библейский календарь укоренен в земле израильской. So Passover, Shavuot, and Sukkot have to do with seasons of planting and harvest. Пейсах, Шавуот и Суккот имеют отношение к сезонам насаждения и жатвы. And they all testify to the provision of God. Они свидетельствуют о Божьем обеспечении. But they also have to do with a memory of what God has done for Israel. Также во время этих праздников происходит воспоминание того, что Бог сделал для Израиля. And they have to do with a prophetic envisioning of what God will yet do for Israel and for the redemption of the world. И пророческим видением того, что Бог сделает для Израиля и ради искупления мира. Every feast and the Sabbath. Об этом говорит каждый праздник и Шаббат. Now it happens that the feasts have a high level of fulfillment in Yeshua. Праздники исполняются на высшем уровне в Иешуа. And I don't want to spend a lot of time on that, because that's generally taught. Много времени я не буду этому уделять, потому что обычно этому учат. He's the one in whom we enter Sabbath rest. Он тот, в ком мы входим в шаббатный отдых. He's the Passover lamb that takes away our sins. Он пасхальный агнец, который забирает наши грехи. And in him we have a new exodus from sin into everlasting life.
и в нем мы входим в вечную жизнь. And he is the one that pours out the Spirit so that we can keep the Torah. That's Shavuot. Он изливает дух, чтобы мы смогли исполнить Тору. Это Шавуот. And he was the one that took upon a human body, a sukkah. Он принял вид человека, праздник Суккот. And he used the symbols of Sukkot to speak about himself. И он использовал символы праздника Суккот, чтобы говорить о себе. I am the light of the world. Я свет миру. I am the water of life that quenches your thirst. Я вода жизни, которая восполнит вашу жажду. But these different feasts have to do with memory of what God has done for us. Эти праздники напоминают, что Бог сделал для нас. They especially form Jewish identity. Они особенным образом формируют еврейскую личность. When a person says, "Who I am? Who am I?" Когда человек спрашивает, кто я, we should begin with the fact that we're created in the image of God. То мы должны начать с того факта, что мы сотворены по образу Бога. And then we all have unique testimonies. Все мы можем рассказать уникальные свидетельства. How we were raised. Наше воспитание, our family background, история семьи, the evil we did, наши грехи, from which we were delivered, от которых мы были избавлены, how we gained salvation, как мы были спасены, the family we have, какие у нас семьи. Our identity is rooted in the memory of our past and our redemption and our future purpose. Наша личность заключена в памяти прошлого, нашем искуплении и цели в будущем. So who am I as a Jew? Поэтому кто я такой, как еврей? I am a descendant of Abraham. Я потомок Авраама. I belong to the people that came out of Egypt. Я принадлежу народу, вышедшему из Египта. Passover Exodus. Пасхальный исход. I am the people to whom God gave the law. Я принадлежу народу, которому Бог дал закон. We came to Mount Sinai and received the Torah of God, Shavuot. Мы зашли на гору Синай и получили Тору Бога на праздник Шавуот. We are the people that saw all of God's provision in the wilderness. Наш народ видел, как Бог заботился о нас в пустыне. Shavuot. Шавуот. You see, this is why I say the law applies differently. Вот почему я говорю, что закон применим по-разному. There's nothing wrong with Gentile Christians building a sukkah and connecting to the meaning. Нет ничего плохого в том, что языческие верующие строят сукку и празднуют. But in terms of national identity, но в рамках национального отождествления, we are the people that were preserved in the wilderness, so we dwell in a sukkah to remember this. Наш народ сохранен в пустыне, поэтому мы живем в сукке, чтобы помнить этот праздник. See, this law, this remembrance is for us as a people. It's our identity. Это напоминание для нашего народа, кто мы. You might in Brazil remember the 4th of July and George Washington and John Adams. Возможно, в Бразилии вы слышали о 4 июля, Джордже Вашингтоне и Джоне Адамсе. Now listen, I think that George Washington is the greatest figure of political history in the last 1,000 years. Я думаю, что Джордж Вашингтон самая великая личность в политической истории за последние 1,000 лет. And we can argue about it. Мы можем спорить по этому поводу. And I can give you reasons why. И я хочу объяснить почему. But I think he was the greatest. Но я думаю, что он был самым and великим. And as an American, it's part of my identity to celebrate the 4th of July. Это часть моего отождествления как американца отмечать 4 июля. And to remember the events of the war against Great Britain. Помнить события войны с Великобританией. And I hope you appreciate it. Надеюсь, что вы оцените это. But this is not your history. Это не ваша история. How many here in Brazil celebrate the 4th of July? Кто в Бразилии празднует 4 июля? Anybody? Есть кто-то? And we don't celebrate Bolivar. И мы не отмечаем праздник, посвященный Боливару. Now, dwelling in a sukkah, жизнь в сукке,
is part of our national memory of being preserved. Это часть нашей национальной памяти. So you see, all of the feasts are Jewish specific. Вы видите, что все еврейские праздники специфичны по своему значению, но they also have universal significance. Все они обладают универсальным значением. Because you see, all of the feasts point to God's redemption of Israel's ultimate restoration and the restoration of the nation. Все праздники указывают на искупление и окончательное восстановление Израиля и восстановление народов. So Passover points to the fact that God has in mind a deliverance for all the nations of the world, a Passover for all the nations. Пейсах указывает на то, что Бог желает искупить все народы, Пейсах всех народов мира. That God has in mind indeed to pour out his spirit not just on Israel, but on all peoples, Shavuot. Бог желает излить свой дух не только на Израиль, но также на все народы в праздник Шавуот. And as God provided for Israel, so he wants to provide for all people and establish his worldwide kingdom, Sukkot. Бог заботится об Израиле, также он заботится о всех народах и устанавливает всемирное царство, Суккот. And he plans to bring all the world into an age of Sabbath rest, Shabbat. Он планирует привести весь мир к эпохе отдыха, Шаббату. So the feasts are regular and universal. Поэтому еврейские праздники специфичны, но также универсальны. But you see, when Jewish people celebrate the feasts, когда евреи отмечают эти праздники, they are releasing the meaning of those feasts into the world. То смысл этих праздников высвобождается в мире. They are releasing the meaning of the exodus of all peoples. Они высвобождают смысл исхода всех народов. It's an intercessory release of the kingdom of God. Это ходатайственное высвобождение царства Бога. Jewish life is a picture book. Еврейская жизнь – это книжка с картинками. It both releases intercession, которая высвобождает ходатайство in terms of praying for what is pictured, в плане молитвы об изображениях книги. But it provides a picture for the rest of the world. Благодаря этому видна картина остального мира. There are no other people that will ever be brought forth from Egypt. Из Египта больше не будет другого исхода. That's me. Это я. My identity as a Jew. Это мое отождествление как Cannot еврея. Have it. It's me that was brought out of Egypt. У тебя не может этого быть. Я вышел из Египта. But но God will bring everybody out of what is analogous to Egypt for them. Бог выведет каждого из аналогичного Египта в их жизни. So God says to Eastern Europe. God says to Eastern Europe. Поэтому Бог говорит Восточной Европе. I am the Lord your God who brought you out of the oppression of Russia. Я Господь Бог, который вывел тебя из-под российского угнетения. Because it was through the prayers and the witness of believers that was part of the power that released an exodus for Eastern Europe. Потому что благодаря молитвам и свидетельствам верующих часть силы была высвобождена для Восточной Европы. And in Korea, the Korean Christians celebrate the Korean Passover. В Корее верующие отмечают Пейсах. And they celebrate the Lord that brought them out from the bondage of Japan. Они отмечают праздник, когда Господь вывел их из японского рабства. You see, different nations have their own history with God. У различных народов различная история с Богом. You see what I'm saying here? Вы понимаете, о чем я говорю? Okay, now. But the scriptures also make it clear. Писания ясны. Two amazing things. Два интересных факта. That all Christians are given a priesthood to bring the Jewish people back to their own kingdom. Всем христианам принадлежит священство, чтобы привести еврейский народ в их царство. So Paul says to the Gentiles that they are to have a role in making Israel jealous. Поэтому Павел говорит язычникам, их роль в том, чтобы возбудить ревность в Израиле.
and to show mercy to Israel. И проявить милость к Израилю. But because Israel is God's representative people, поскольку Израиль представляет Бога, when the Gentiles have adequately brought Israel to the right place, когда язычники приведут Израиль в адекватное место, only Israel can say the intercessory words that bring the return of the Messiah. Только Израиль может ходатайствовать так, что Мессия возвратится. In Matthew 23, в 23 главе Евангелия от Матфея, Yeshua says in verse 39, Иешуа говорит в 39 стихе, you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Не увидите меня, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне. If Yeshua is going to rule the nations, если Иешуа будет править над народами, then his priestly representative nation, Israel, тогда его священнический народ, Израиль, invite him to do so. Должен пригласить его для этого. Only Israel can say, Baruch haba b'shem Adonai. Только Израиль может сказать Baruch haba b'shem Adonai. Only Israel can give the invitation. Только Израиль может пригласить его. Now the church cries out, Maranatha, come, Lord. Церковь провозгласит Маран-Афа, приди Господь. So all believers have a part in this welcome. Все верующие причастны к этому приглашению. Because the church in every nation represents their nation in calling upon the Lord. Потому что каждый народ представляет свой народ. But only Israel as a nation represents all nations. Но только Израиль представляет все народы. So she must be in her land to call on the Lord to rule. Поэтому он должен находиться в своей земле, чтобы воззвать о возвращении Господа. I think that the devil understands something of the irrevocable call of the. Я понимаю, что дьявол понимает нечто о непреложном призвании еврейского народа. Why? Because he tells the world that there is a Jewish plot to rule the whole world. Почему? Потому что он говорит всему миру о замысле евреев править всем миром. Zionist plot. Сионистский заговор. And therefore we have to kill the Jews to stop this terrible plot. Поэтому нужно убить евреев, чтобы остановить этот ужасный заговор. Why does the devil release that on the world? Почему дьявол делает это в мире? Because there is a Jewish plot to rule the world. Потому что еврейский заговор править всем миром все-таки существует. It's right here. Он здесь. Ki mitzion tetze Torah udevar Adonai Yerushalayim. But it wasn't a plot that the Jewish people came up with on their own. Но не евреи придумали этот заговор. It was a plot that comes from the God of Israel. Но Бог Израиля составил этот заговор. That was revealed to the prophets. Который был предсказан пророками. That doesn't happen because Jewish people manipulate world politics. И не произошел из-за манипуляций евреев мировой политикой. But happens because God supernaturally brings them back into their land. Заговор происходит, потому что Бог сверхъестественно приводит их в землю. So that they can call upon the Messiah for the redemption of the world. И они воззовут к Мессии об искуплении всего мира. Jewish existence is a testimony to the existence of God. Существование еврейского народа – это свидетельство существования Бога. Frederick William II was told in Germany, in Prussia. В немецкой Пруссии сказали Фредерику Уильяму II, that the Jewish people were the one great proof of the existence and reality of God. Что еврейский народ – это одно очевидное и великое доказательство существования Бога. And no wonder the devil hates it. Поэтому дьявол ненавидит это. When Jewish people celebrate the Sabbath, когда евреи празднуют Шаббат, and continue to exist, и продолжают жить, they testify to the reality of God, то они являются свидетельством реальности and Бога. They say in the face of pantheism, и говорят в лицо пантеизму, polytheism, политеизму, evolutionary atheism, эволюционному атеизму,
Вначале Бог создал небеса и землю и почил на седьмой день. When a Jew who is an atheist says, "I am a Jew," когда еврей-атеист говорит «Я еврей», he may say he is an atheist, то он может назвать себя атеистом, but when he says, "I am a Jew," но когда он говорит «Я еврей», he cries out to the world, "God exists!" То это крик всему миру «Бог существует!» It's part of an irrevocable calling. Это часть непреложного призвания. That's why I say, вот почему я говорю, there is an 11th commandment, что существует 11-я заповедь. And the 11th commandment is, 11-я заповедь Be Jewish. Будь евреем For Jewish people. Для еврейского народа. Now, it is up to the whole church to support Jewish identity in Yeshua. От всей церкви зависит поддержание еврейского отождествления в Иешуа. So Jewish life has to do with memory, поэтому еврейская жизнь – это память, testimony, свидетельство, prophecy, пророчество, intercession, ходатайство, promise, обетование. Wow. Jewish life has a language. У еврейского народа есть язык. Jewish life has a land. У еврейского народа есть земля. And Jewish life has a culture. И у еврейского народа есть культура. It begins in the Bible. Все началось в Библии. But it continues and develops through rabbinic Judaism to our day. Но она продолжает развиваться в раввинистическом иудаизме и в наши дни. We have to review rabbinic Judaism at the end. Нам следует сделать обзор раввинистического иудаизма в конце. Но вот в чем проблема. Some people without understanding the cultural context, некоторые люди, не понимая культурный контекст, quote verses against Jewish life in Yeshua. Цитируют стихи против еврейской жизни в Иешуа. For example, they quote Colossians chapter 2, and it's parallel passage in Galatians, but we'll only deal with Colossians. Например, они цитируют вторую главу послания Колоссянам и параллельный отрывок посланий Галатам, но мы не будем его изучать. In verse 10, в 10 стихе сказано: Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regards to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. These are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Messiah. Do not let anyone who delights in false humility and the worship of angels disqualify you for the prize. Colossians chapter 2, verse 16 through 18. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно добиваясь плотским своим умом. Now I want to share two absolutely clearly wrong interpretations of this passage. Я хочу рассказать две абсолютно неверные интерпретации этого отрывка. This passage has nothing to do with the Jewish person's covenant responsibility and privilege to live a Jewish life. Этот отрывок не имеет ничего общего с личной ответственностью и привилегией еврея в отношении завета и еврейского образа жизни. This passage is written to a church made up predominantly of Gentiles. Этот отрывок написан к церкви, преимущественно состоящей из язычников. Passage cannot be a passage that is rejecting the irrevocable calling of Israel to celebrate
God's order that they were given in the scriptures. Эти стихи не могут отвергать непреложное призвание Израиля, чтобы праздновать Божьи праздники, которые были даны в Писаниях. Because it's written to relieve Gentiles from that covenantal responsibility. Потому что этот отрывок был написан, чтобы освободить язычников от их ответственности завета. But for Jews it still is a covenantal responsibility and privilege. Но для евреев эта ответственность завета и привилегии все еще сохраняются. And he says he doesn't say here that Gentiles cannot celebrate the feasts. Он не говорит, что язычники не могут отмечать праздники. He just says, let nobody judge you with regards to these things. Он говорит, пусть никто не осуждает вас за это. Because they're not the responsibility of those who are called from the nation. Потому что на призванных из других народов не возложена такая ответственность. And he includes in that the new moon, the Sabbath day, or the feasts. Что включает новомесячья, субботы или праздники. Just like we said last night, there's a distinction of law here between Jewish calling and Gentile calling. Как мы говорили, что существует разница между призванием евреев и призванием язычников. Now it's interesting that when he talks about other practices that are not rooted in the Torah. Интересно, Павел говорит о других праздниках, которые не основаны на Торе. He speaks against the worship of angels. Он настроен против поклонения ангелам, as causing us to be puffed up and losing connection with the head, что станет причиной надменности и потери связи с головой. And then he talks about the basic principles or even perhaps demonic spirits that have to do with legalism. Затем он говорит об основополагающих принципах или о демонических духах законничества. But he says these are based on human commands and teachings. Законничество, основанное на человеческих заповедях и учениях. And with regards to them being based on human commands and teachings, they're not rooted in the Bible. Которые не укорены в Библии. Paul wouldn't say that human commands and teachings are the Bible. The Bible is God's commands and teaching. Павел говорит, Библия — это Божьи заповеди и учения. Now, on the other side, there is a group of people that believe all Christians are required to keep the whole Mosaic law. С другой стороны, некоторые люди верят, что все христиане должны исполнять весь Моисеев закон. And here's what they say, another absolutely clearly wrong interpretation. И вот что они говорят, и это еще одно абсолютно неверное толкование. They say, let no one judge you with regards to the festivals. Он говорит, пусть никто не осуждает вас за праздники. New moon or Sabbath. За новомесячья или that субботы. Means keep these things so exactly that nobody will be able to judge you. А это значит, что нужно это исполнять в точности, чтобы никто не смог вас осудить. Twist the same passage to mean that Gentiles are covenantally responsible to keep these things. Они изменили смысл отрывка, говоря, что язычники несут ответственность за завет. Wow. What a strange interpretation. Какое странное толкование. One more. Еще один отрывок. Galatians. And this is the pattern for dealing with all the passages that seem to teach that Jews shouldn't continue to be Jews. Галатам 3 – это пример, который якобы учит евреев отказаться от своего еврейства. Galatians chapter 3. Галатам 3 глава. Verse 28. 28 стих. There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Messiah Yeshua. If you belong to Messiah, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Heirs according to what promise? О каком обетовании здесь говорится? The promise given to Abraham to bless all nations through his seed. Обетование, данное Аврааму, благословить все народы через его семя. And because Yeshua is the seed at its highest level, и поскольку Иешуа семя Авраама на высшем уровне, through him everybody who believes becomes the seed of Abraham. Через Иешуа всякий верующий становится семенем Авраама.
But not the seed of Jacob. Но не семенем Иакова. Because Abraham is the father of not just Israel, but the nation. Авраам – отец не только Израиля, но и всех народов. Now, that there is no Jew or Gentile, no male or female, has to mean with regards to our status and salvation. Нет иудея или язычника, ни мужеского, ни или женского пола. Это относится к нашему статусу и спасению. In the beginning of this class we talked about God's purpose is to make distinctions for mutual blessing. В начале этого класса мы говорили о цели Бога создать различия ради взаимного благословения. So here we have a person interpreting this verse to mean that God is obliterating distinctions. А этот человек говорит, что Бог уничтожает эти отличия. If there's no Jew or Gentile, there's no mutual blessing between Jew and Gentile. Если нет еврея или язычника, тогда не будет и взаимного благословения между евреем и язычником. Teach, there's no male or female. Как учат радикальные феминистки, что нет ни мужчин, ни женщин. Then there's no mutual blessing between male and female. Тогда не будет взаимного благословения между мужчиной и женщиной. Paul's talking about with regards to salvation, with regards to being accepted. Павел говорит о спасении и принятии Богом. He's talking about all being children of God. Он говорит, что все являются детьми Бога. He's not talking about there being no distinctions of calling and purpose. Он не говорит, что между призванием и целью есть различия. I had a friend that married a radical feminist. Мой друг женился на радикальной феминистке. And she announced to Patty and I 30 years ago. 30 лет назад она сказала мне с Пэтти. There is no difference between men and women except a minor physiological difference. Между мужчиной и женщиной нет никаких, кроме незначительных физических отличий. Minor physiological difference. Незначительных физиологических отличий. Why is it then that Paul gives different distinctions of commandment for men and women? Почему Павел проводит отличие между мужчиной и женщиной? Why does he give men the headship of their homes? Почему мужчине Павел отдает главенство в доме? Why does he compare the man to Messiah and the woman to the Kehillah? Почему он сравнивает мужчин с Мессией и женщину с Кехилой? Passage after passage gives different instructions for men and women in the New Testament. Отрывок за отрывком дают различные инструкции мужчинам и женщинам в Новом Завете. Surely Galatians is consistent with the other teachings of Paul. Конечно же, послание к Галатам согласуется с другими посланиями Павла. So we now understand that the Jewish people have an irrevocable calling. Мы понимаем, что у еврейского народа есть непреложное призвание. And even in the New Jerusalem, we find the names of the 12 patriarchs upon the foundations. Даже в Новом Иерусалиме в основании написаны имена 12 патриархов. On the tops of the gates. На воротах. 24 Jewish names. 24 еврейские имени. The holy city comes down out of heaven. Святой город сходит с небес. And on the gates were written the names of the 12 tribes of Israel. А на воротах написаны имена 12 колен Израиля. And on the foundation stones the 12 apostles. А на камнях основания имена 12 апостолов. And the nations bring their wealth into the New Jerusalem. И народы приносят свое богатство в Новый Иерусалим. So there are still nations. Поэтому они все еще остаются народами. There's still distinctions. Все еще есть различия. Because God loves variety and loves the corporate personality. Потому что Богу нравится многообразие и качество различных людей. All right, we want to switch directions now. Сейчас давайте поменяем направление. And we want to speak about the issue of law and grace. И поговорим о законе и благодати. The problem in dealing with the issue of law. Проблема закона в том, is that the relationship of law and grace is paradoxical. Что отношения закона и благодати парадоксальны. Certainly we see clearly that Matthew reaffirms the Torah. Матфей утверждает Тору.
There are no statements against Torah in the Gospels. В Евангелии не настроены против Торы. And even Yeshua's great commission is framed in the context of Torah. Даже великое поручение Иешуа обрамлено в контексте Торы. So he says in verse 19. Поэтому в 19 стихе он говорит. Of chapter 28 of Matthew. 28 главы Евангелия от Матфея. Go and make disciples of all nations. Итак, идите, научите все народы. Immersing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. And teaching them to obey everything that I have commanded you. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. John says that we know that we love him because we keep his commandments. Иоанн говорит, потому узнает, что мы любим его, потому что соблюдаем его заповеди. James makes it very clear that keeping his commandments is God's will for us. Иаков говорит, что соблюдение его заповедей – это воля Бога для нас. And Yeshua said that we are to apply the commandments of Moses. И Иешуа говорит, чтобы мы исполняли заповеди Моисея. So one of his commandments is to take Moses seriously. Одна из его заповедей – серьезно воспринимать Моисея. The problem of the issue of the law is only in the Pauline writings. Проблему закона можем найти только в посланиях Павла. Because Paul perceives a problem. Потому что Павел понимает проблему. And the problem is that if a human being by his own efforts seeks to be justified by law-keeping, he will come into condemnation. Если человек пытается оправдаться посредством соблюдения закона, то он будет осужден. We are to obey the law while our focus is on the grace and empowerment of God. Мы должны быть послушны закону в то время, как мы должны быть сфокусированы на благодати и силе Бога. We have to both study the Torah and apply it. Мы должны изучать Тору, а также применять ее. But we have to depend on grace to do it. Мы должны исполнить ее с помощью благодати. The power of the Holy Spirit. Силы Духа Святого. And the righteousness that God imparts to us. И Бог дает нам свою праведность. So that Paul gives us a greater understanding of the new covenant. Павел помогает лучше понять Новый Завет. And the writing of the Torah upon our hearts. Пишет Тору на наших сердцах. The best teachers about law and grace tell us this. Лучшие учителя говорят о законе и благодати следующее. Paul was not writing against the Torah. Павел не был против Торы, but he was writing against the wrong approach to Torah. Но он был против неправильного подхода к Торе, called works righteousness. Подход под названием «Дела праведности». And in the recent years, there are many books that tell us this. В последние годы многие книги говорят об этом. The historic churches declared that the importance of the law was indeed still valid. Исторические церкви говорили, что закон все еще важен. And those that taught against the purpose of the law were called antinomians. А кто учил против закона, были названы антиномом. And that was considered a heresy in the history of the church. Историческая церковь приравнивала это к еретичеству. But a movement that was born in England in the 19th century. Это движение зародилось в Англии в 19 веке. Has spread all over the world. Распространилось по всему миру. And now in much of the evangelical church this heresy has taken root. Сейчас эта ересь укоренилась в большей части евангельской церкви. Let me quote John Calvin on this issue. Позвольте мне процитировать Джона Кальвина по этому вопросу. He said in book 2, chapter 7 of the Institutes of the Christian Religion. Во второй главе книги «Институт христианской религии» он говорит. Some have taught that with the coming of Jesus. Некоторые учат, что после пришествия Иешуа. The law and its commandments no longer have a claim upon us. Закон и заповеди больше не будут иметь никаких прав. And we are free from these commandments.
и мы свободны от этих заповедей. Поэтому что же мы скажем в ответ на этот взгляд? He said, "Perish this wicked thought from our minds." Кальвин говорит, избавьтесь от этой нечестивой мысли в вашем разуме. And he said that when a person receives the grace of God, когда человек принимает благодать Бога and they are born again, и рождается свыше, they receive the grace and the ability and the motive to obey God's commandments. То он принимает благодать и способность и мотивацию слушаться заповеди Бога. So that the grace of God enables us to keep the Torah. Поэтому благодать Бога делает нас способными исполнять Тору. This is the teaching of Calvin. Это учение Кальвина, Уэсли, Финея and many, many others. И многих-многих других. The classic expression of Christianity taught, классическое проявление христианства, that there is no accepting of Jesus without accepting the embrace of living according to his ways. Невозможно принять Иисуса, не приняв его жизнь. You're accepting his transforming power. Вы принимаете его преображающую силу. But now we have passages that seem to make this questionable. Но на основании некоторых отрывков это можно подвергнуть сомнению. Let's look at Galatians chapter 2. Давайте посмотрим на вторую главу послания к Галатам. Verse 15. Стих 15. We who are Jews by birth and not Gentile sinners know that a man is not justified by observing the law, but by faith in the Messiah Yeshua. Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Мессию Иешуа. Paul here teaches that we are being made righteous as a gift. Павел говорит, что нам дан дар праведности. So we have put our faith in Messiah Yeshua that we may be justified by faith in Messiah and not by observing the law, because by observing the law no one will be justified. Мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. And then notice in verse 19, заметьте в 19 стихе, for through the law I died to the law so that I might live for God. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. I have been crucified with Messiah, and I no longer live, but Messiah lives in me. Я сораспял со Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. And the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Messiah died. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Now many have pointed out, многие говорят, that the word law in the Pauline writings does not always have the same definition. Что слово закон в посланиях Павла не всегда имеет один и тот же смысл. Sometimes it means God's universal standards. Иногда это означает универсальный стандарт Бога. Sometimes it means the Mosaic covenant. Иногда Моисеев закон. Sometimes it means the way of works righteousness. Иногда дела праведности. And sometimes Paul uses these terms in combination. Иногда Павел комбинирует эти термины. And it makes it very complex, especially in Galatians. Что все очень усложняет, особенно в послании к Галатам. When Paul says that we died to the law, когда Павел говорит, что мы умерли для закона, he means that we died to the way of works righteousness, то он подразумевает, умерли для зарабатывания праведности. Earning our own salvation, зарабатывания нашего спасения. And something else. И еще нечто. Something new as Paul applies the new covenant passages. Что-то новое по мере применения Павлом стихов из Нового Завета. Because he's saying that in having been crucified. Павел говорит о распятии. And he says this in Romans 7. В 7 главе послания к римлянам. Because we're crucified in him. Мы были распяты в нем.
A dead man no longer has a claim of the law upon him. Закон не имеет никаких прав на мертвеца. But you see, Jesus died for our sins committed under the first covenant. Иисус умер за наши грехи, сделанные в Первом Завете. Or the Mosaic covenant. Или же во времена Моисеева Завета. So now I'm not under that covenant. Поэтому сейчас я не нахожусь под властью этого Завета. All of the sins that I have committed that would be judged by that covenant were now placed upon the cross. Все мои грехи, которые были бы судимы Ветхим Заветом, теперь помещены на кресте. The handwriting against me has been nailed to the cross. Обвинения против меня прибиты ко Христу. That is all the charges and sentences that I should receive. Все мое наказание и мой приговор. But now Messiah lives in me. И теперь Мессия живет во мне. And the life that he lives in me causes him to be the focus more than the law. И поскольку Он живет во мне, то теперь Он в фокусе, а не закон. W.D. Davies puts it this way. Дэвис говорил так. The Messiah is the new Torah. Мессия – это новая Тора. I live his life and his power in me. Я живу Его жизнью и Его силой во мне. But here's the paradoxical part of it. Вот парадокс. Sin is the transgression of law, according to John. Грех – это преступление закона в соответствии с Евангелием Иоанна. And if I violate the Torah, then I'm not living the life of Messiah. И если я нарушаю Тору, тогда во мне нет жизни Мессии. Not because I'm under the Mosaic covenant. Не из-за того, что я под властью Моисеева закона, но потому что Мессия во мне написал Божью Тору на моем сердце. И я хочу ее исполнять, потому что Он во мне. Наше отношение к Торе изменилось. Теперь мы не под законом. But it's the law in me. Но закон внутри меня. Now, that happens when Messiah lives in me. Это возможно, когда Мессия живет во мне. And any law can be applied in this way. Любую заповедь можно применить таким образом. You shall not commit adultery, says the Torah. Тора говорит, не прелюбодействуй. But Messiah in me has no desire to commit adultery. Но у Мессии, живущего во мне, даже нет желания прелюбодействовать. And he takes lust out of my heart. Он забирает похоть из моего сердца. So I obey the law, but not through self-striving. Поэтому я повинуюсь закону, но не из-за внутренней борьбы, but through his power in me. Но благодаря его силе во мне. But it doesn't mean that I can now commit adultery. Это не означает, что сейчас я могу прелюбодействовать. The law comes into a new stage of fulfillment. Закон исполняется на более высшем уровне. So the teaching of Yeshua with regards to Torah now becomes doable. Поэтому учение Иешуа о Торе теперь становится двойственным. In addition to this. Кроме того. And I think that this is very important for us. Я думаю, что это очень важно для нас. We are those that desire to fulfill the call of God in our lives. Мы желаем исполнять призвание Бога в нашей жизни. And for a Jewish person, that is Jewish life. И для еврея это значит еврейский образ жизни. And therefore, Jewish life is written upon our hearts just as much as any other Torah. Еврейская жизнь написана на наших сердцах так же, как и Тора. The book of Romans gives a fuller and more coherent statement of the principles involved. Послание к Римлянам показывает более плотную взаимосвязь между рассматриваемыми принципами. It explains the nature of law and grace more fully. И объясняет более полноценно природу закона и благодати. Here we understand that Paul sees that all cultures have something of God's law. Павел видит, что в каждой культуре есть нечто от Божьего закона. And that,
In the Roman world especially, they had a significant knowledge of the law of God apart from Moses. Особенно в римском мире существовали особые знания о законе Божьем, независимо от Моисеева закона. So he says in verse 14 of chapter 2. Поэтому в 14 стихе 2 главы Римлянам он говорит: Indeed, when Gentiles who do not have the law do the things required by the law, they are a law from themselves, even though they do not have the law, since they show that the righteousness or the requirements of the law are written on their hearts, their consciences bearing witness and their thoughts accusing and now defending them. Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. The law of God, to some extent, is a universal reality in all cultures. Во всех культурах в определенной степени закон Божий универсален. And Shaul says here that the law of God, as they understand it, will be their judge when they stand before Yeshua. Шауль говорит, что закон Бога будет судьей народов, когда они предстанут перед Иешуа. That their own thoughts will accuse and excuse them, verse 16, on the day when God judges men's secrets through Yeshua. Их собственные мысли будут обвинять и оправдывать их. 16 стих. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иешуа Христа. Now, Paul then goes on to say in verse 25 that circumcision has value if you observe the law. В 25 стихе Павел говорит, что обрезание полезно, если исполняешь закон. Which is a very interesting statement. Это очень интересное утверждение. And it shows that we are to be those who keep the Torah as Jews. Мы, как евреи, должны исполнять Тору. But the conclusion of Shaul is very pessimistic concerning people without Yeshua. В отношении людей без Иешуа вывод Павла звучит очень пессимистично. Бог не судит людей за то, что они не могут узнать. Бог будет судить народы в соответствии с их знаниями о Боге, даже когда у них не было закона Моисея. But he says in Romans 1 that the condition of the nations is terrible. В первой главе послания к римлянам он говорит, что состояние народов ужасно. Because they have refused the knowledge of God and rebelled against the law of God as they understand it. Потому что они отвергли знание Бога и восстали против Бога. And he says that Jewish people as well have not lived according to the knowledge that they have of God and His Torah. Он говорит, что евреи также не жили в соответствии с познанием о Боге и Его Торой. And therefore, in Romans chapter 3, he concludes that all have sinned and come short of the glory of God. В третьей главе он делает выводы: все согрешили и отпали от славы Божьей. And therefore we stand condemned before a righteous God. Мы осуждены перед праведным Богом. We are lost. Мы потеряны. But then God brings to us a new opportunity. Бог дает нам новые возможности. Opportunity that comes through the preaching of the good news. Возможности, исходящие из проповеди благой вести. The opportunity to respond in faith to the message of Yeshua. Возможность поверить в вести о Иешуа. And to receive an imparted righteousness by faith. И принять праведность по вере. And this is offered to all people freely by His grace. Получая оправдание даром по благодати Его. That He is our atonement and sacrifice for all people. Он наша жертва искупления за всех людей. And then He concludes this. Затем он говорит следующее. Verse 27. В 27 стихе. Where then is boasting? It is excluded. On what principle? On that of observing the law, but no of faith.
Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. For we maintain that a man is justified by faith apart from observing the law. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Is God the God of the Jews only? Is he not the God of the Gentiles too? Yes, of the Gentiles too, since there is only one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through that same faith. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. And then he comes to this amazing conclusion in verse 31. В 31 стихе он приходит к этому удивительному заключению. Do we then nullify the law by this faith? Итак, мы уничтожаем закон верою. And many Christians say yes. И многие христиане говорят, да. But what is it that Paul said? Но что говорит Павел? Not at all, rather we uphold the law. Никак, но закон утверждаем. You see, when we embrace Yeshua, ведь когда мы принимаем Иешуа, we recognize the high standard that is really the law. То признаем, что закон находится на высшем уровне. If we don't think we need Yeshua, then we are deluding ourselves. Если мы думаем, что нам Иешуа не нужен, то мы обманываем самих себя. We're thinking we adequately have lived up to God's standards when we haven't. Мы думаем, что радикально живем по Божьим стандартам, когда на самом деле это совсем не так. Когда мы принимаем Иешуа, His life conforms us to the standard of God. То его жизнь преображает нас в образ Бога. And so Paul says the way of faith upholds the law. Поэтому Павел говорит, что вера противопоставляется закону. Или, как сказано в других переводах, мы исполняем закон. Или мы утверждаем закон. Мы утверждаем закон благодаря вере. Мне нравится версия перевода со словом «утверждаем». Была одна книга Райана под названием «Вера утверждает закон». Of course, this is what it must be. Конечно же, так и должно быть. Because the goal of human existence is your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Потому что цель существования человечества – пусть будет воля твоя на земле, как и на небе. And to establish the kingdom means to establish the law. Утвердить царство значит утвердить закон. God's law, God's goal for all humanity is to establish his law. Цель Бога для всего человечества утвердить его закон. That's why we read the goal in Isaiah 2, for out of Zion shall go forth the law. В книге Исаии читаем: от Сиона выйдет закон. But that law is established through faith. Но этот закон утверждается верой. But God's goal has not changed. Цель Бога не изменилась. Unless we think the law is just a set of external commandments, если мы не полагаем, что закон – это набор внешних правил, the foundation of the law is to love God with all your heart, soul, strength and might, and your neighbor as yourself. Основание закона – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и ближнего твоего, как самого себя. God will establish our love for him and our love for the neighbor, of which the rest of the law is commentary. Бог утвердит нашу любовь к нему и любовь к ближнему. Это основание закона, а все остальное – комментарии. Shaul then explains this in different terms in Romans chapter 7. Шауль по-другому объясняет это в 7 главе послания к римлянам. He says human beings can recognize that the law is good and want to do it. Человеческие создания видят, что закон хорош, и они его исполнят. But if they depend on their own efforts to fulfill it, they will fail. Но если они зависят только от своих стараний, то потерпят поражение. And they will bring themselves into condemnation. И будут осуждены. Like a woman who is a widow, we die to the responsibility of that marriage. Like a woman who is a widow, she dies to the responsibility of her marriage. Как и вдова умирает для ответственности брака, так и мы.
So again, we've died to the law. Итак, мы умерли для закона. But we don't stay dead. Но не остаемся мертвыми, а воскресаем для новых взаимоотношений с Господом. Некоторые люди спрашивают, что произошло с законом после нашего воскресения. Это отношение с Новым Заветом, написанное на сердцах. Послушайте, что говорит Шауль в конце 7 главы. So then I myself in my mind am a slave to God's law, but in the sinful nature a slave to death. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Who will rescue me from this body of death? 24 стих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Thanks be to God through Yeshua the Messiah our Lord. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Благодаря Иешуа я избавлен от тела смерти. Как же он объясняет его отношение к закону? Он говорит, итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Most scholars today believe that law of sin and death does not mean the Mosaic law here. Большинство теологов верят в то, что закон греха и смерти – это не Моисеев закон. Но принцип, в соответствии с которым грех ведет к еще большему греху. И в конечном итоге грех приводит к смерти. Павел говорит об этом принципе в других отрывках. And so then he says, потом он говорит, what the law was powerless to do in that it was weakened by the sinful nature, как закон, ослабленный плотью, был бессилен. And this would be true both of the Mosaic law, which he has in mind, as well as universal law understood in any culture. Это относится как к Моисееву закону, так и к универсальному закону, который понимают в любой культуре. God did by sending his own son in the likeness of sinful man to be a sin offering. То Бог послал сына своего в подобии плоти греховной в жертву за грех. And so he condemned sin in sinful man in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who do not live according to the sinful nature, but according to the Spirit. Осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. And I think this is the greatest, most comprehensive statement of the relationship of grace and law right here. И я думаю, что это самая понятная взаимосвязь между законом и благодатью именно здесь. You might add Romans 3:31 to it. Вы можете добавить Римлянам 3:31 к этому. 3:31. But 8:4 is absolutely conclusive. Но Римлянам 8:34 абсолютно убедительный стих. The law does put forth a righteous requirement. Закона требует праведности. The law does put forth a righteous requirement. Romans 8:4. Закон требует праведности. But that righteous requirement is fulfilled or met in us who walk after the Spirit. И эти требования исполняются в нас, живущих по духу. It's not doing away with the law. Это не попытка избавиться от закона. It's the fulfillment of the law through walking in the Spirit. Но исполнить закон благодаря жизни по духу. Those who live according to the Spirit do the Torah of God. Живущие по духу исполняют Тору Бога. We are controlled by the Spirit of God. Божий дух контролирует нас. And therefore we cry Abba Father. Поэтому мы взываем Ава Отче. The Spirit has raised us. Дух поднял нас.
And we are led by that Spirit and are sons of God. И мы ведомы этим Духом как Божьи сыновья. We don't really need to point to other corroborating scriptures, but there are many. Не обязательно указывать на множество других ссылок. Of course, Paul's moral teaching is based on the Torah as it comes through the teaching of Yeshua. Конечно, учение Павла о морали основано на Торе и учении Иешуа. He says in Romans 7, the law is good, holy and righteous. В 7 главе послания к римлянам он говорит, что закон добр, свят и праведен. He says in 1 Timothy chapter 1, verse 6. 1 Тимофея, 1 глава, 6 стих. We know that the law is good if one uses it properly. Мы знаем, что закон добр, если кто закона употребляет его. And then he says this. Затем он говорит, this is amazing. Это удивительно. We know that the law is not made for the righteous, but for lawbreakers and rebels, the ungodly and the sinful, the unholy and the irreligious, for those who kill their fathers and mothers, for murderers, for adulterers and perverts, for slave traders and liars and perjurers, and for whatever else is contrary to sound doctrine. Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению. The violation of the law is contrary to sound doctrine. The violation of the law is contrary to sound doctrine. Sound doctrine. Sound, firm, established. Sound doctrine. Okay. Whatever it is in your verse. Нарушение закона противоречит здравому учению. And he says that conforms to the glorious gospel of our blessed God. По славному благовестию блаженного Бога. So conformity to the gospel of the kingdom does not violate the law, which is solid doctrine. И подобие Евангелию Царства не нарушает закон, который является здравым учением. Solid doctrine is in conformity to the law of God. Здравое учение соответствует закону Бога. Could anything be more clear than this Timothy passage? Может ли быть что-либо более ясным, чем этот отрывок? I don't think so. Я не думаю так. So I want you to not be shaken in mind or heart by Christians that are antinomian. Я хочу, чтобы христиане антиномы не поколебали ваш ум или сердце. So that you will never be shaken from the understanding that Yeshua in you will enable you to keep God's Torah. Чтобы вы никогда не поколебались в понимании, что Иешуа даст вам способность исполнить Тору Бога. Okay, now I want to switch topics here. Сейчас я бы хотел изменить тему. And I want to talk about two dimensions that relate to identifying with the Jewish community. Я хотел бы поговорить о двух идентификациях еврейского общества. Whenever people identify with a community, they come under social pressure. Всякий раз, идентифицируясь с обществом, люди попадают под социальное давление. And when a lot of people make assertions in a community, когда многие в сообществе делают притязания и заявления, it produces an intimidation or a pressure. То это производит запугивание или оказывает давление. If a person asserts something, если человек защищает нечто, the very assertion of anything is a power toward that thing. То любая защита – это проявление силы по отношению к этому. If a community asserts something, если община защищает нечто, and you want to be part of that community, то вы желаете быть частью этого общества. You want to assert it too. Тогда вы также захотите это отстаивать. This is the power of social conformity. Это сила социального соответствия. All of us experience this. Мы все проходим через это. What can we do?
Что мы можем сделать? Because the Jewish community asserts loudly and persistently, without any let-up, that God cannot become man. Потому что еврейское общество заявляет громко и настойчиво, что Бог не может стать человеком. And that a man cannot be God. И человек не может быть Богом. Now, many times the Jewish community asserts, часто еврейское общество доказывает, that we don't believe a man can become God. Мы не верим, что человек может стать Богом. And of course, nobody is asserting that a man can become God, like Hercules did. И, конечно, никто не говорит, что человек может стать Богом, например, как Геркулес. You know, the Greek mythology, certain human beings lived such stellar lives that they became gods. В греческой мифологии у некоторых людей была поднебесная жизнь, и они верили, человек может стать Богом. That's not what the Bible is teaching. Но Библия не учит этому. What the Bible is teaching is a surprise. Библия учит сюрпризу. That God was incarnate and became man. Бог инкарнировался и стал человеком. And we understand from the Bible that this is not all of God. Мы понимаем, что это не весь Бог. And we understand that this surprise was anticipated by certain passages in the Tanakh. И некоторые отрывки из Танаха предсказывали это. Especially those passages where the angel of God is called by the holy name of God and distinguished from God. Особенно когда ангела назвали святым именем Бога, но отличающимся от Бога. And where the angel of God or God takes on human form. Когда ангел Божий или Бог принимает человеческий вид. Such as in the dialogue of God with Abraham before the destruction of Sodom and Gomorrah. Например, диалог Бога с Авраамом перед разрушением Содома и Гоморры. Nevertheless, the deity of Yeshua is a surprise. Тем не менее, божественность Иешуа является сюрпризом. The greatest scholar of the deity of Yeshua today, his name is Richard Buckham. Величайший теолог божественности Иешуа наших дней Ричард Балкан. He's a professor in Scotland. Профессор, живущий в Шотландии. And his whole understanding of the deity of Yeshua is based on going back to the Jewish context of the first century. Его понимание божественности Иешуа основано на еврейском контексте первого столетия. Now, there are people who claim to be followers of Yeshua. Некоторые люди называют себя последователями Иешуа. Who are claiming to reinterpret the New Testament. Претендуют на повторное толкование Нового Завета. And who say that Yeshua is not fully deity. И что Иешуа не является полноценным божеством. This is very, very dangerous. Это очень-очень опасно. The reason it's dangerous is because of this. Вот почему. If we don't honor Yeshua for all he is, we will not be pleasing to God. Если мы не почитаем Иешуа за то, кем он является, то мы не сможем угодить Богу. And then God will withdraw his power. Тогда Бог заберет свою силу. Judaism came to teach that God has no son. Иудаизм учит, что у Бога нет сына. There is no son of God figure. Нет такой личности, как Сын Бога. Judaism came to teach that God cannot become man. Иудаизм учит, что Бог не может стать человеком. Мессия не является божеством. Но это еврейское учение появилось позже. There is no such Jewish teaching in the Hebrew Bible. Такого учения нет в еврейской Библии. There is no such Jewish teaching in the period between the Hebrew Bible and the New Testament. Нет такого учения в период между написанием еврейских писаний и Нового Завета. There is no such Jewish teaching in the first century. Нет такого еврейского учения в первом веке. And there is really hardly any such Jewish teaching in the second century. Едва ли можно найти такое учение во втором столетии. Jewish teaching was a response of rejection to Christianity and earlier messianic Judaism. Такое еврейское учение появилось в качестве отвержения христианства и раннего мессианского иудаизма.
But there is nothing in early Jewish teaching to preclude the divinity or deity of Yeshua. Но в раннем еврейском учении нет ничего, чтобы отвергало божественность Иешуа. Here is the problem. Вот в чем проблема. In a Greek-speaking Hellenistic world, when the gospel went out to the Greeks, it was difficult for them to understand what the apostles were saying about the deity of Yeshua. Когда Евангелие распространилось в эллинистическом мире, то для них было трудно понять, что апостолы говорили о божественности Иешуа. Were they saying that Yeshua was kind of a semi-god, like some of these figures, like Hercules? Называя Иешуа полубогом, похожего на одного из героев, как Геркулес. And the Council of Nicaea defined for that Greek-speaking or Latin-speaking world the deity of Yeshua. На Никейском соборе было принято решение о божественности Иешуа в отношении грекоговорящего мира. It defined the triune nature of God. Они определили триединую природу Бога. And the Council of Chalcedon described the nature of the two natures in Yeshua, God and man. А на Халкидонском соборе описывают человеческую природу Иешуа. But in a Jewish context in the first century, these councils were not needed. В еврейском контексте эти соборы первого века не были так уж и необходимы. Because the deity of Yeshua was completely clear on the pages of the New Testament in a Jewish context. Потому что в еврейском контексте божественность Иешуа очевидна на страницах Нового Завета. There is a false understanding that many people study when they go to seminary. Люди перенимают лжеучение, попав в семинарии. And they teach that the New Testament was not clear about the deity of Yeshua, though it was implied. Они учат, что в Новом Завете неясно явлена божественная природа Иешуа, хотя можно найти только намеки. And it took hundreds of years until the church could fully come to comprehend it. Понадобилось 100 лет, пока церковь смогла полностью осознать это. Well, it might have taken hundreds of years for the Gentiles to comprehend it. Возможно, для язычников понадобится сотни лет. But it wasn't unclear and it wasn't merely applied. Но это не так ясно и не просто применимо. And I want to share with you what Jewish context does in helping us to understand this. Хочу показать, как еврейский контекст поможет нам понять это. And I want you to never be shaken by this about this conviction. Пусть это утверждение утвердится в нас. I want you to hold this conviction firmly and without wavering. Я хочу, чтобы вы крепко основались на этом убеждении без колебания. In the first century, в первом веке, in the intertestamental period, в межзаветний период, and on into the Mishnaic period, вплоть до периода Мишны, three things are said only about God and are never said about any other being. Были три факта о Боге и ничего не говорилось о человеке. Three things. Три факта. Only of God. Только о Боге. It's not said of any angel. Ничего не говорится об ангелах. Not said of any prophet. Ничего не сказано о пророках. Not said of any created being. Ничего не сказано о каких-либо существах. Number one. Во-первых. Only God is creator. Только Бог есть Творец. Number two. Only God is sovereign over the earth and the universe. Во-вторых, только Бог суверенен над землей и всей вселенной. So you have God as creator, Бог – Творец, sovereign, Бог – суверенен, and only God is to be worshipped. В-третьих, поклоняться нужно только Богу. Jewish literature is absolutely without any exception to this. В еврейской литературе нет абсолютно никаких исключений. That includes Jewish literature written in Hebrew, это включает еврейскую литературу, написанную на иврите, арамейском, Hellenistic Jewish literature written in Greek, греческом,
You can sift all of the literature. Вся еврейская литература. Up into the Mishnah. До появления Мишны. There is never an exception. В которой нет никаких исключений. The assertion of Yeshua's deity. Утверждение божественности Иешуа. Thoroughly present throughout all of the parts of the New Testament without exception. Постоянно присутствует во всех книгах Нового Завета без исключения. From Matthew to Revelation, начиная от Евангелия от Матфея до книги Откровения, again and again, потому что это утверждает снова и снова, that Yeshua is part of being creator, что Иешуа является частью Создателя, that Yeshua is sovereign, Иешуа суверенен, and that Yeshua is to be worshipped. И нужно поклоняться только Иешуа. Let us turn to the most central passage that I know of in the New Testament on this. Давайте откроем центральный отрывок Нового Завета. Where all three come together. Где соединяются все три личности? Philippians chapter 2. Филиппийцам 2 глава. Most scholars believe that Philippians chapter 2 was a messianic Jewish hymn. Большинство теологов верят в то, что это мессианский еврейский гимн. That it wasn't composed by Paul, but quoted by Paul. Он был процитирован Павлом, а не составлен. And in most modern versions of the Bible, this is written in verse form. В большинстве современных версий Библии он написан в стихотворной форме. If this was sung by the messianic Jews, если это был гимн мессианских евреев, then I believe we should sing it in our liturgy as well. Тогда мы должны петь его и в нашей литургии. One of the most important passages to include in messianic worship. Один из самых важных отрывков, который бы следовало регулярно включать в мессианское еврейское поклонение. And here's what it says. Вот о чем здесь говорится. Verse 6. В шестом стихе второй главы. Who being in very nature God did not consider equality with God something to be grasped. 2:6. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. He is in nature God. Он, будучи образом Божиим. Now, it doesn't say creator here, but I think it's implied. Здесь не говорится о том, что он является Творцом. Думаю, что это подразумевается. But he made himself nothing, taking the very nature of a servant and being made in human likeness. Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. And being found in appearance as man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Yeshua every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Yeshua the Messiah is Lord to the glory of God the Father. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. To him is given universal worship. Во вселенной все поклоняются ему. And he is declared as universal sovereign. Он суверенен во всей вселенной. Because they confess that Yeshua is Lord, meaning sovereign. Иешуа Господь, что значит суверенен. Wow. This verse is a interpretation from Isaiah chapter 45. Этот стих – это интерпретация 45 главы Исаии. Where God says, "Come to me and be saved, all the ends of the earth." In verse 22. Бог говорит в 22 стихе: «Ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли». And this is God's own word. Это слова самого Бога. By verse 23. В 23 стихе. By myself I have sworn, my mouth has uttered it, and in all integrity.
a word that will not be revoked, that before me every knee will bow and every tongue will swear allegiance. Из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. They will say of me, in the Lord alone are righteousness and strength. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. The universal acknowledgement of God by His holy name, Yod-Heh Vav-Heh. Универсальное призвание Бога по Его святому имени Yod-Heh Vav-Heh. Is the unpronounceable name. Это имя не произносится. Is applied by Shaul to the universal acknowledgement of Yeshua as Lord. Шауль говорит это имя. Это имя признают во всем мире, имя Господа. Может законно он являться божеством. So, as Buckham says, Yeshua is part of the identity of God. Поэтому, как говорит Балкан, Иешуа – часть личности Бога. And the nature of the status that he has is only compatible, if that is the case, throughout the New Testament. Природа его статуса совместима только в Новом Завете. It's not a subtle thing. Это не что-то установленное. It's not an inference that has to be drawn from passages. Это не вывод на основании библейских отрывков. Instead, when you understand the Jewish context, it is the blatant assertion of the passages. Но когда вы понимаете еврейский контекст, то это очевидное подтверждение. We see it indicated in Matthew chapter 22 when Yeshua says, "How does David call his son Lord?" Мы видим подтверждение этому в 22 главе Евангелия от Матфея, когда Иешуа сказал: как же Давид назвал своего сына Господом? Certainly the father does not call the son Lord, even if he's the Messiah. Конечно же, отец не называет сына Господом, даже если он Мессия. Maybe everybody else will, but not the father. Может, остальные будут называть его так, но только не отец. But if Yeshua precedes David, если Иешуа является предшественником Давида, then David can call him Lord. Тогда Давид может называть его Господом. In Matthew chapter 28, Yeshua says this. В 28 главе Евангелия от Матфея Иешуа говорит следующее. All authority in heaven and earth has been given to me. Verse 18. 18 стих. Дана мне всякая власть на небе и на земле. He doesn't say, I'm destined to rule the nation of Israel, I'm the Messiah. Он не говорит: судьба у меня такая, править Израилем, я Мессия. He says, all authority in heaven. Он говорит: всякая власть на небе and all authority on earth. И всякая власть на земле. That is an assertion of sovereignty that can only be said of deity. Это утверждение суверенитета божества. In a Jewish context, once again, it's unmistakable. В еврейском контексте это неизменно. The Gospel of John is more pronounced about this issue than any of the other gospels. Евангелие от Иоанна говорит об этом больше, чем любое другое Евангелие. It begins, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." He was with God in the beginning. И начинается таким образом: в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Unmistakable. Неизменно. Liberal scholars assert, who don't believe it, but they assert that John is teaching the full deity of Yeshua. Либеральные теологи, хотя не верят, но утверждают полноценную божественность Иешуа. First, it asserts that the Word, the Messiah, is part of the identity of God before creation. Во-первых, они утверждают, что Слово, Мессия, это часть личности Бога до творения. He is not part of the things made; he precedes the things made. Он не является частью творения, но предшествует творению. He goes on to say in verse 3. Потому что Иоанн говорит в третьем стихе. Through him all things were made; without him nothing was made that has been made.
Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Now he is identified with being creator. О нем сказано как о Творце. Another unmistakable marker of deity alone. Еще один непогрешимый признак божества. In him is life. В нем была жизнь. He has life in himself. В нем самом была жизнь. And in verse 14, the word became flesh and dwelt among us. 14 стих. И слово стало плотью и обитало с нами. Raymond Brown of Union Seminary in New York talks about the Gospel of John in these terms. Рэймонд Браун из Нью-Йоркской семинарии учил о Евангелии от Иоанна с такой точки зрения. John is full of what he calls qualified I am statements. В Евангелии от Иоанна множество утверждений «Я есть». They are assertions of deity, but not absolute assertions. Это утверждения божественности, но не абсолютные утверждения. Yeshua says, "I am the bread of life." Иешуа говорит: "Я хлеб жизни." These are pretty astonishing statements. Очень удивительное утверждение. I am the light of the world. Я свет миру. If anyone thirsts, let him come to me and drink. I am the water of life. Если кто жаждет, всякий иди ко мне и пей. Я вода жизни. I am the good shepherd. Я добрый пастырь. I am the door. Я дверь. But in the middle of these statements, но среди этого, Yeshua asserts what is part of them all. Иешуа утверждает то, что также относится к ним. Yeshua said this. Иешуа говорит следующее. I tell you the truth, before Abraham was born, I am. Иоанна 8:58. Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть. This was in response to the question. How can you say that Abraham rejoiced to see your day? You're not yet 50 years old. Это его ответ на вопрос иудеев. Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама? And he says this as an absolute assertion, identifying himself with the figure in Exodus chapter 3. In the burning bush. И Иешуа говорил это абсолютно, отождествляя себя с личностью у горящего куста в 3 главе книги Исход. Indeed, even the passages that introduce the epistles, даже вводные стихи посланий. Grace to you from God our Father and from our Lord Jesus. Благодать вам от нашего Бога Отца и Господа Иисуса Христа. But it continues throughout the pages of the New Testament. Это встречается на страницах Нового Завета. Colossians is most noteworthy. Стоит отметить послание к Колоссянам. Verse 15 says this. Первая глава, 15 стих. Chapter 1:15. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. For by him were all things created, all things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authority. All things were created by him and for him, and he is before all things, and in him all things hold together. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Here you have his assertion of being creator. Он является творцом. And the assertion that he is sovereign. Он суверенен. He is said to be the firstborn from the dead. Он начаток, первенец из мертвых. In everything he might have supremacy or sovereignty. Дабы иметь ему во всем первенство.
He either is deity or this is blasphemy. Либо он является божеством, либо это просто богохульство. Do you get it? Понятно? Colossians 2:9. Колоссянам 2:9. For in Messiah all the fullness of deity lives in bodily form. Ибо в Мессии обитает вся полнота божества телесно. And then Hebrews chapter 1. Первая глава послания к евреям. Listen to this. Послушайте. In these last days, verse 2, he has spoken to us by his son, whom he appointed heir of all things, and through him made the universe. Verse 2. 1-2. Во втором стихе, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. Сын, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей. Just one more passage. Еще один Book отрывок. Of Revelation. Книга Откровения. Chapter 1, verse 8. Глава 1, стих 8. God says, Бог говорит, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who was and who is, who was and who is to come, the Almighty. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель. It looks like God the Father, the Almighty. Здесь говорится о Боге Отце, Вседержителе. Alpha and the Omega. Альфа и Омега, the beginning and the end. Начало и конец. But in Revelation chapter 22, но в 22 главе Откровения Yeshua says, Behold, I am coming soon, my reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. I, verse 13, am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. В 12 стихе «Сегреду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый When и последний». When the angel appears to John, glorious and magnificent, Иоанну является славный и великолепный ангел. He says, don't worship me, I'm a fellow creature. И говорит ему, не поклоняйся мне, я такое же творение, как и ты. When Yeshua appears to him, he falls down in worship, and Yeshua receives the worship. Когда Иешуа является ему, тогда он поклоняется ему, и Иешуа принимает поклонение. The deity of Yeshua is not an implication of the New Testament. It is the full blatant assertion of passage after passage. Не просто Новый Завет подразумевает божественность Иешуа, но это полноценное, явное утверждение одного стиха за другим. Otherwise, how can he be the judge of all nations? Как же он может быть судьей всех народов? Otherwise, how can he have all authority in heaven? Как ему принадлежит вся власть на небе? Otherwise, how can he be the Alpha and the Omega? Как он может быть Альфой и Омегой? Do not buy the lie of some deceived Jewish or Gentile backsliders. Не подкупайтесь на ложь некоторых обманутых отступников из евреев или язычников. Who say that the deity of Yeshua is a misinterpretation. Которые говорят, что божественность Иешуа – это неверное толкование. There is no other reasonable interpretation. Нет другого разумного толкования. We will not win the Jewish community to faith in the Messiah if we do not have power from God. Мы не приобщим еврейское общество к вере в Мессию без Божьей силы. And we will not have power from God unless we honor the Son as we honor the Father. У нас будет Божья сила, если мы почитаем Сына так же, как почитаем Отца.
And the Bible says in Philippians 2, we are to honor the Son as we honor the Father, to the glory of God the Father. Во второй главе послания к филиппийцам сказано, чтобы мы почитали Сына так же, как мы почитаем Отца для славы Бога Отца. We are back at the Philippians passage where we began. Мы снова возвратились к посланию к филиппийцам, откуда и начали. And we realize that it is to the glory of the Father that we honor the Son. Мы осознаем, что для славы Отца мы почитаем Сына. So John's words that we are to honor him as we honor the Father could only be true of deity. Поэтому Иоанн говорит, чтобы мы почитали его так же, как мы чтим Отца, потому что он настоящий Бог. This brings us to the issue of rabbinic Judaism. Это подводит нас к вопросу раввинистического иудаизма. And I guess I would say this concerning rabbinic Judaism as we close tonight, the last subject of the course. В заключение я бы сказал о раввинистическом иудаизме как о последней тематике этого курса. If you want to hear about the power of the Holy Spirit, you'll have to come back tomorrow night. Если вы хотите услышать о силе Духа Святого, то вам придется прийти завтра. Or Saturday morning. I'm not sure which I'm going to speak it. Или же в субботу утром, не уверен, когда я буду говорить об этом. But when we talk about rabbinic Judaism, this is what I would say. Говоря о раввинистическом иудаизме, я бы сказал. So near, yet so far. Так близко и так далеко. Wonderful, enriching traditions. Замечательная, обогащающая традиция. They keep families together. Она скрепляет семьи. They provide continuity and rootedness. Традиция дает продолжительность и укорененность. And then I would also say terrible misunderstood legalism. И также я бы сказал ужасное законничество. And an incredible blindness not to recognize Yeshua as the Messiah. И ужасная слепота, которая не позволяет увидеть Мессию в Иешуа. When we approach any culture, когда мы рассматриваем любую культуру, there are good things in that culture by the grace of God, которая по благодати Божией много хорошего, and there are bad things in that culture, и много плохого. Every person that is a believer from a culture, каждый верующий в любой культуре, is called to a priesthood in that culture, призван к священству. In that priesthood they have to honor what is good and redeem it through Yeshua. В этом священстве они должны почитать то, что хорошо, и искупить это через Иешуа. Which is part of honoring your father and mother. Например, почитай отца твоего и мать. But they also must ask forgiveness for their people for what is not good. Также они должны просить прощения за свой народ и все зло. And thereby we fulfill the commandment of honoring our ancestry. Поэтому мы исполняем заповедь почитания наших прародителей. This is even more so in messianic Judaism. Это еще больше проявляется в мессианском иудаизме. We are called to honor the good things in Judaism. Мы должны чтить хорошее в иудаизме. Which includes. Что включает. Preserving biblical truth. Сохранение библейских истин. Maintaining Jewish identity. Сохранение еврейской личности. Creating many beautiful practices that enrich our celebration of the feast. Применяя многие красивые практики, которые обогащают наши праздники. Creating stories that tell us spiritual and moral truth. Читать истории, которые рассказывают о духовных и моральных истинах. Giving us a sense of purpose in the world. И дают нам чувство цели в мире. Creating applications of judgment that are of the law, which are excellent and wise. Практически и мудро применять закон. And maintaining a sense of the father's responsibility to teach his children. Поддерживать чувство ответственности отцов, чтобы учить своих детей. And creating wonderful biblically based prayer content. Создавать замечательный библейский контекст для молитвы, which prayer content primarily expresses salvation by grace through faith, который выражает спасение по благодати через веру.
You read the Siddur, it is dependent upon God's mercy and grace for our salvation, not our own good works. В Сидуре вы увидите, что наше спасение зависит от милости и благодати Божией, а не от наших добрых дел. We honor this heritage. Мы почитаем это наследие. But then, но потом, there is the direction from the first century to not receive Yeshua. Появилось направление неприятия Иешуа, начиная с первого века. The statements in the Talmud that indicate that we earn salvation by works. В Талмуде есть некоторые утверждения, которые говорят о том, что мы заслужим спасение делами. It's debated whether that's the primary thrust of the Talmud or not, but it is there. До сих пор происходят дебаты, является ли это первоначальным фундаментом Талмуда. That the judgment will be when we come to the scales. Когда мы придем к чаше судебных весов, и на одной чаше Бог поместит добрые дела, а на другой плохие, and that will determine our eternal destiny. Что определит нашу судьбу в вечности? That's in the Talmud. Это находится в Талмуде. Terrible legalism. Ужасный легализм. That God really care about whether or not we have milk and meat dishes, really? На самом ли деле Богу не все равно, кушаем ли мы из специальных блюд для мяса или молока? Does God really care that we turn on an electric light on the Sabbath? Или включаем электрический свет в субботу? Does God really consider it work that I carry a tallit to the synagogue? Считает ли Бог работой, если я одену тallit в синагогу? Unless I put a string around the neighborhood and then I can count it as my own home and carry the tallit. Или же я проведу веревку вокруг моего дома, и тогда это будет моим домом, и я буду носить талит. Does God really want me to have such separation from other people's? На самом ли деле Бог хочет отделения от других людей? Or couldn't we have had an adequate tradition to maintain our existence without such legalistic barriers? Или же у нас могут быть адекватные традиции, чтобы поддержать наше существование без таких легалистических барьеров? You see, the Messianic Jew has to live in this very amazing between place. Видите ли, что мессианский еврей находится между огнем и полымем? And this is so of the Messianic Gentile and the Messianic Conversos. Это относится как к мессианскому язычнику, так и к мессианскому еврею. We mustn't fall into idolatry of rabbinic Judaism. Мы не должны упасть в идолопоклонство раввинистического иудаизма. Or we will become blinded to Yeshua. Иначе мы будем ослеплены и не увидим Иешуа.